всем привет! Сегодня мы хотим вам наконец-то показать обзор нашей квартиры. Правда, к сожалению, скажу так, где мы жили до этого, все это время, потому что, к сожалению, получилось так, что мы переезжаем, как вы уже знаете, квартиру приходилось освобождать, в общем, не было времени совсем снять так, как она была раньше. В общем, покажем хотя бы пустую, ну и примерно расскажем, где что было. В общем, так она выглядит снаружи. Тут у нас была такая небольшая кладовочка, комнатка. Кладовочка, да? Да. Тут здесь у нас стояла стиральная машинка для кота, там всякие покушать, все дела. Ну, прихожая была небольшая тоже тут. Да, полочки по бокам висели, там как бы я крупы хранила, всякие консервы. В общем, ну, такая вот небольшая комнатка. Очень удобно, кстати, тоже. Квартира у нас трехкомнатная. Платили мы за нее 570 евро. Все, в общем, все за все. Ну, конечно, кроме там... Нет, получается, сама квартира, вода и отопление. Ну да, за все, что надо именно в квартире, остальное уже там, это отдельно все. В общем, тут у нас тоже была прихожая такая небольшая. Да, за дверь там прихожая. Да, тут у нас был зал. Тут у нас стоял телевизор, все дела, здесь у нас стоял диванчик, тут еще один диван большой, такой угловой, потом четко еще было там. Здесь у нас комод, да, ну как детская территория такая была, потому что здесь, видите, как бы такая встроечка. Ну, изначально вообще нам сказали, что эта квартира была четырехкомнатная, видите, здесь такая стена, и вот, я поняла, перегородку снесли, тут раньше две комнаты было, а сейчас стал такой вот огромный зал. Так, потом зала мы попадаем сразу же в нашу комнату. Да. Она тоже достаточно большая такая. Ну тут как у всех, здесь стоял шкаф, тут стоял кровать. Здесь тоже комодики, там зеркальце. Да. Все, для дам. Вот, сейчас вам покажу вид с окна. Здесь у нас, вот это получается наша вся территория была. Здесь у нас гриница стояла, там лежаки были. Тоже отдыхали, жарили шашлычки, мангал. В общем, вот. Видите, нас заставили поснимать все лампочки, чтобы вот так вот, видите, вот их изолировало лентой. Друзья, давайте теперь покажу кухню. Так, вот зала. Тут у нас вот тоже коридорчик, тут у нас зеркало висело, здесь стоял комод длинный тоже, вот, ну, до сюда. Всякие полотенчики, да, там вот лежат. Так, это наша кухня. Тоже достаточно большая. Я квадратуру, к сожалению, не могу сказать, точно не помню, но здесь квадратов 18, наверное, да? Нет. Да, вот здесь стояла полностью кухня, ну, оборудование, вот здесь все вещи. Покажи, здесь все вещи. Видно? Кухня здесь была, да. Тут у нас стоял стол тоже с уголком в этой стороне. Да, вот это стороны. У нас такие небольшие комодики, тоже шкафчик стояли. Ну, здесь холодильник тоже еще один стоял. Да, конечно, без мебели плохо, но так получилось. Хотели все снять, хотели, но... Просто это заняло очень много времени даже освобождать квартиру. Здесь уже показывали, тут у нас потом идет ванная. Тут, ну, совмещенный санузел, да, ванна. Там шкафчики. Получается ванна, туалет, раковина. Да, тоже не маленькая, ну, ну да, куда-то. Потом здесь детская комната идет тоже у нас. Ну, она маленькая, да, но я ее как бы использовала больше под свой офис, как бы под рабочее место, потому что ребенок еще маленький, с нами в комнате спал. Да, как бы. Ну, такая комнатка небольшая, комната, да, совсем. Ну, тут тоже у нас диванчик стоял сначала, потом уже после этого мы убрали, поставили. Стеллажи, ну, там полочки, да. Ну, в общем, небольшая такая комнатка. Ну, в общем, как-то все вроде. Вот такая вот. Да. Общая квадратура квартиры составляет 72 квадрата. Для нас это было, в принципе, достаточно. Поэтому, ну, мы, да, были, в принципе, довольны. Маленькая, мы были довольны квартирой, да, нормально. Ребенку было раздолье, вот, допустим, Зали, она тут у нас и на великах могла кататься, и на самокатах, в общем, да, и зал машинки большой, играть. Зал, зал большой. Ну, потому что я говорю, тут две комнаты раньше было. Да. Ну, эта квартира, если честно, она как бы переделана была, потому что вы тут видите, раньше дверь была, и как квартиру эту расширяли. Ну, как это происходило, конечно, я не знаю, но я знаю, что ее расширяли, эту квартиру. В общем, эта квартира идет, как я уже говорил, от фирмы, да, которая не частники, а фирма, короче. Вот если, например, такую квартиру найти участника, у которой, ну, у привата, да, мы за нее даем 570, она будет минимум стоить, ну, евро. 900, 1200, если так пойти, потому что 100 квадратов, 3 комнаты, не будет за 500 нигде. Кроме того, вот как фирма специально такая, ну, то, что немного цены у них подешевле. Ну вот как-то так, друзья, спасибо за просмотр. Кому было интересно, кто ждал, там в комментариях писали. К сожалению, не получилось записать, когда было все с мебелью, потому что, ну, было много забот с переездами, все дела. В общем, как-то так.